обычно пневмония прибавляется. Профессиональный сухой пятновыводитель удалится. Это карандаш, который выводит пятна в ткани без применения порошка отбеливателя и стерля. Выпускает его город Тамбов, фирма «Пилигрим». Стоимость 100 рублей. Одного карандаша примерно на 400 применений хватает. Как он действует на ткани? И чем от жидких пятновыводителя отличается? На примере покажу. Основное отличие – не требуется предварительное замачивание и стирка вещей. Свежие пятна карандаш выводит сразу же, старые – примерно за 5-10 минут. Для этого необходимо смочить пятно водой, нанести карандаш для образования пятна. Порошок отбеливатель не применяется. Использовать можно на любой ткани, так как в составе нет пятна. Можно применить даже на шерсти, а также чистые изделия из натуральной кожи. Жир, масло, жвачка, траву, машинное масло, мазут, клей, мак. Раствор выводит даже на сухую ткань. Для примера выведу чернила, масло и зеленку. Если пятно свежее, достаточно смочить его холодной водой. Если засохшие старые пятна, особенно краски, желательно использовать горячую воду. Масло, жир, жвачка, жирное масло, мазут, краску, цвет. Краску выводит даже на сушу. Как только появляется пена, пятна начинают исчезать. Стирка после выведения не требуется. Место, где были пятна, можно промыть водой из-под крана, чтобы удалить мазут. А можно просто протереть мокрый ветер. Срок годности 2 года. Инструкция по применению нового продукта. Хранить его желательно в сухом месте, чтобы не впитывал влагу. Тогда его надо очень хватит. У кого есть вопросы, обращайтесь. За информацию о покупке стоит.